Здравствуйте, мои прекрасные зрительницы! Приветствую вас на своем канале Мода и GD, мой канал о моде и красоте, также об умном шопинге. В этом видео я отвечу на вопрос, на что тратят итальянки свои средства, денежки, когда хотят улучшить свою внешность. Этот вопрос был задан, подобное видео уже существует, но сегодняшнее видео будет как раз-таки посвящено прежде всего уколам красоты, различным инъекциям, ну и также различным пластическим операциям, которые делают, либо не делают итальянки, сейчас я расскажу. Я нахожусь в доме на море, где у нас, что называется, кондоминиум, то есть это много домов, которые объединены общей территорией, у нас есть некая фирма, которая занимается стрижкой газонов, чисткой бассейнов и так далее, То есть здесь мы все соседи, и нас достаточно много, и я расскажу вам о том, что я знаю об итальянках, вкладывают они свои деньги, свое время, инвестируют ли вот в эту, скажем так, в эти возможности улучшить себя, либо нет, судя по своим соседкам. Кто мои соседки? У меня есть прекрасная соседка Сильвия, именно она дала мне заграждение для лестницы, я рассказывала, именно она расхламилась в мою пользу. Она не считает себя минималистом, но она не терпит никакого барахла дома, она постоянно в конце сезона выкидывает огромное количество ненужных вещей, и вот тогда именно в конце сезона она мне предложила детские подгузники, из которых ее дочка выросла, а также вот это заграждение. И, кстати, очень много игрушек тоже, по-моему, вот она мне отдала, сейчас я даже не помню, потому что зачастую она отдавала их напрямую моим детям, и это принято у нас в кондоминиуме обмениваться. Кстати, вот вам такой лайфхак, посвящу отдельное видео ему. Как можно с мамочками-единомышленницами обмениваться коробками с игрушками. Поверьте мне, для детей даже сломанные игрушки, которыми вы поменялись, но которые для них новые, это, в общем-то, для вас практически полдня свободного времени, потому что ребенок может в таких игрушках копаться очень-очень долго, тем более игрушках, которыми он обычно не играл. То есть игрушки, скажем так, другого характера. Он предпочитает динозавров, а ему достались, допустим, машинки. И вот такая практика у нас здесь, в принципе, на море развита. Я говорила, что в Италии очень принято обмениваться, и вещи кочуют из семьи к семье, в то время как какие-то секонд-хенды, гаражные распродажи не приняты совершенно. Так вот, Сильвия, она такая, она очень активная, у нее очень активная гражданская позиция, она является представителем нашего кондоминиума, всегда отстаивает наши интересы, также и потому, что она по образованию адвокат. У нее не своя практика, она с несколькими адвокатами имеет офис, где, в общем-то, ведет в течение года определенные дела. Я к чему все это рассказываю? Потому что женщина в Италии с высшим образованием, это, ну, я бы сказала, это большая редкость. Вот из того, что я вижу, это редкость, потому что высшее образование в Италии, как мне кажется, в Европе, это прежде всего инвестиция собственного времени, времени твоей семьи, которая должна дольше тебя поддерживать, ты не можешь полноценно работать и зарабатывать, когда ты учишься. Плюс высшее образование в Италии, это очень, скажем так, сложно его получить, потому что в России, кто учился в университетах, знает, что сдать сессию, ну, вообще-то при достаточно минимальных усилиях это возможно, сдать ее даже на отлично. Я своими глазами видела, как в МГИМО у нас сдавали сессии, как зачастую отпускали какого-то студента, просто потому, что он очень хотел себе отличную оценку в зачетке. Он говорит, ну задайте мне еще один вопрос, ну задайте мне еще один вопрос, ну вот еще дополнительно, я точно-точно отвечу. И я вот наблюдала такую ситуацию своими глазами, когда человека отпускали, ставили ему отлично, вот лишь бы он уже ушел, потому что, ну, действительно, преподаватели уже просто уставали от него. Нет, я не уйду, ну пожалуйста, пожалуйста. Вот это прям таки унизительная такая ситуация, я ее наблюдала, повторюсь, неоднократно. Поэтому сдать сессию в России, сдать сессию здесь, в Италии, это две большие разницы. Именно поэтому в Европе очень часто люди учатся годами. То есть не 5 лет, как положено, как предусмотрено, а годами сдают сессии тогда, когда они готовы. Она адвокат. Есть еще одна у меня подруга, Франческа, у нее тоже двое детей, как и у Сильвии. И она, не знаю, имеет ли высшее образование или нет, но они с мужем владеют фабрикой. В России очень популярное выражение «владельцы заводов и пароходов» или как-то так. Могу сказать, что у нас практически весь кондоминиум – это люди, которые владеют своим бизнесом, каким-то своим небольшим производством, ну, каким-то своим маленьким заводом. Так вот, Франческа, она тоже старше меня, как и Сильвия, на, наверное, каких-нибудь 5 лет, у нее двое детей. И дети, кстати, маленькие, возраста Габриэля. И она с мужем владеет вот этим производством, допустим, каких-то гаек. Вот я не очень в этом разбираюсь. И вот такие у меня соседки, они примерно 5 лет меня старше, они имеют примерно детей возраста 5-8 лет, то есть это достаточно мамы маленьких, достаточно маленьких детей, и, в общем-то, экономически, я к чему все это рассказываю, экономически они более чем обеспечены.
Что я хочу вам сказать? Я наблюдаю своих подруг, своих хороших знакомых уже, наверное, 5-е лето, и могу совершенно точно сказать, как человек, который практикует лицевую гимнастику, что в их внешности нет ни грамма ботокса, ни грамма гиалуроновой кислоты. Я не против ботокса, не против гиалуроновой кислоты. Более того, начав записывать канал, я заметила, как активно я использую свое лицо. И я вообще за то, чтобы женщины улыбались, за то, чтобы женщины использовали свою мимику, потому что любая мимика – это также наша гимнастика. Но важно, чтобы лицо потом не спазмировало. То есть важно уметь расслаблять свое лицо. Повторюсь, я уже анонсировала свой прекрасный марафон, сделаю его обязательно, где уделю огромное внимание не столько лицевой гимнастике, сколько расслаблению. Вот, на мой взгляд, это основная проблема нас, современных женщин, когда мы не можем свое лицо расслабить. А так вот, могу сказать, потеряла мысль, да, они очень хорошо используют свое лицо, как у итальянок, у них очень выраженная мимика, у них есть морщины, но у них нет заломов, потому что, по всей видимости, в Италии принято использовать свое лицо, это тоже некая лицевая гимнастика для итальянских женщин, и вот в них не наблюдаю, повторюсь, ни грамма ботокса, ни грамма гиалуроновой кислоты. Вот какова была моя мысль, что я не против ботокса, не против гиалуроновой кислоты, возможно, сама бы сделала, я рассказывала, как я очень хотела сделать, и я заметила, да, на камеру, что я свое лицо активно использую, и где-то у меня вот какие-то заломы появляются, но я не буду делать ботокс, потому что это приводит к расслаблению мышц, когда мышца не работает, и она, что называется, атрофируется. А не сделаю гиалуроновую кислоту, хотя вот здесь вот хотелось бы мне здесь объемчика побольше, с возрастом он уходит, не в губах, нет, вот как раз-таки вот в этой зоне, что так все у меня тут поднадулось, не сделаю, потому что это не что иное, как вес, который будет тянуть мое лицо вниз, который будет прежде всего давать моему овалу поплыть возможность несколько раньше, потому что лицо плывет, и контур ухудшается у тех женщин, которые имеют лицо, скажем так, с большим количеством подкожного жира на лице, потому что подкожный жир на лице – это вес, который тянет наше лицо под силой гравитации. Так вот, могу сказать, что да, они прекрасно выглядят. По поводу груди был задан также вопрос. Я могу сказать, что я, когда родила первого ребенка, я была уверена, что потом, родив второго ребенка, я вообще всегда мечтала о 4 детях, но вот я, когда родила первого ребенка, мне казалось, что я потяну только второго ребенка, еще и все. Я всегда знала и спокойно, в общем-то, относилась к той мысли, что я очень долго кормлю, для меня это было нормально, ну и потом я, в общем-то, грудь себе, что называется, сделаю. Я не очень себе представляла, как это, потому что знала, что только после рождения второго ребенка есть смысл мне это делать. Ну и, в общем-то, сейчас я потеряла это желание, прежде всего, потому что я не хочу сталкиваться с никаким хирургическим вмешательством в свой организм, я боюсь боли, и вообще я к себе стала очень трепетно относиться, я себя очень-очень люблю, и, в общем-то, лишний раз себе какие-то страдания я не причиню, а на мой взгляд, страдания от операции, они несколько больше для меня лично, чем, в общем-то, желание иметь вот грудь какую-то более аккуратную, классную и, в общем-то, красивую, как никогда. Так вот, мои подруги не имеют никто имплантов, более того, могу сказать, что из тех, кого я знаю также в городе, где я живу, я тоже не знаю ни одну, кто бы сделал имплант, хотя в Италии очень много пластических хирургов, я рассказывала, что у меня есть непосредственно знакомые, которые семья очень обеспеченная, и он является пластическим хирургом, очень известным в Италии, он сам не итальянец, он приехал в Италию, в общем-то, покорять Италию, ему это удалось, у него находится клиника в центре Падуи, он признанный пластический хирург, я знакома с ним лично, с его женой знакома лично, с его сыновьями также знакома лично, с их, точнее, сыновьями, но, в общем-то, у меня нет даже мысли прийти и сделать операцию. Но к чему я все это рассказывала? К тому, что мы, скажем так, все вот из одного круга, прежде всего, благодаря школе английской, я также не знаю никого, вот с кем я так общалась, кто бы к нему обращался за липосакцией, за, скажем так, грудью, ну или за какими-то другими вмешательствами. Но что любят делать итальянки? Вот я бы сказала, что это я замечаю и совершенно четко вижу, это то, что я бы хотела сделать сама. Это нос. Не то, чтобы у меня есть претензии к своему носу, хотя они у меня есть. Но вообще, я думаю, любая женщина может найти претензии к своей внешности. Главное, в общем-то, то, как ты в итоге потом к этому относишься. У меня есть претензии к своему носу. Тем более, что, мне кажется, у меня была некая травма. Я в детстве качалась на качелях, которые вот так раскачиваются, кораблик они, наверное, называются, я в определенный момент высунула голову, и у меня голова попала, я помню, что у меня что-то с носом произошло, но он не был сломан, потому что мне не накладывали гипс, но я эту ситуацию помню, это было страшно, я в детстве очень испугалась, потому что я поняла даже своими детскими
детской своей головой, что если бы я чуть дальше, в общем-то, высунула, то мне бы вот просто на ходу зажало эту голову. Но мне зажало каким-то образом только нос, я с этим носом дошла до дома, я помню, я сама очень сильно испугалась. И вот мне кажется, что нос-то у меня, в общем-то, ну, наверное, может быть, и сломан был, не знаю даже как так, но он у меня такой несимметричный. С одной стороны, вроде неплохо, а с другой стороны, как-то так. В общем-то, не к этому я все рассказываю. Речь-то про итальянских женщин. Итальянские женщины многие себе делают нос именно в возрасте. Именно в возрасте 45+. Почему они это делают, я так думаю. Из моих знакомых никто еще нос не делал. Но, повторюсь, вот в Падуе на стрит-стайле я очень вижу сделанные носы. Потому что с возрастом нос увеличивается. И нос является для нас женщин в том числе признаком возраста, так же, как и для мужчин. Увеличиваются уши, увеличивается нос. Поэтому, в общем-то, нос итальянки делают, и нос — это то, что мне, я в мыслях допускаю, чтобы сделала я сама. Но для того, чтобы нос не увеличивался, есть, опять же, практика самомассажа. Я слышала такое мнение, и встречаю его достаточно часто, оно было однажды озвучено, а потом я этим интересовалась, что в носу у нас достаточно много лимфотоков, если я правильно говорю на русском языке. И что происходит? При застое лимфы, а лимфа вообще больше всего, насколько, опять же, я поняла, застаивается именно в лице. Поэтому очень важно делать самомассаж. Не только для того, чтобы наши клетки питались и циркуляция крови была лучше, но также для того, чтобы лимфа не застаивалась. Так вот, лимфа застаивается в носу. И очень много, повторюсь, лимфопотоков здесь у нас на лице расположено, и эта лимфа, застаиваясь, утяжеляет нос и разрастается наш нос. Я не знаю, насколько это правда, я человек, который не имеет медицинского образования, но такое мнение я встречаю достаточно часто. И примерно похожее мнение выразил в одном из своих видео Виталий Островский, которому я лично очень доверяю, мне очень нравится как блогер, я, в общем-то, верю тому, что он мне рассказывает. И многие вещи я уже интуитивно ощущала до того, как пришла к нему на канал, также благодаря комментариям одной своей зрительницы, за что ей большое спасибо. Так вот, есть вот такой самомассаж, просто растираем нос фактически, очень сильно на него надавливаем. И я сделаю отдельное видео про самомассаж лица в рамках своего нового марафона. Назову его «Марафон красоты», даже не знаю, как его назвать еще. Просто идея у меня родилась. И вот таким образом, вообще-то, нужно растирать. Просто растирать. Это доступно каждый, который смотрит телевизор, который стоит, допустим, в пробке, если руки чистые, хотя это редко бывает. Но на самом деле это какое-то вот прямо-таки 4-минутное очень сильное надавливание и растирание носа, которое якобы может позволить этому носу не увеличиваться с возрастом. Я в это верю, ничего другого не остается, потому что, в общем-то, я лично сама под нож хирурга не очень хочу. Отвечу сразу на вопрос по поводу пластики. У меня нет на лице пластики, и у меня нет ботокса, и у меня нет гиалуроновой кислоты. Много раз рассказывала, почему я против, с одной стороны, и почему, в общем-то, я допускаю и считаю, что да, кому-то все это показано, а против, потому что нам это часто представляется как некий превентивный метод, в то время как я считаю, что это не превентивный метод, это уже, в общем-то, доказано, это то, что работает в данном конкретном случае, когда, скажем так, вот без этого действительно уже будет хуже. Без ботокса, допустим, без гиалуроновой кислоты. Но это совершенно точно ведет к преждевременному старению, потому что гиалуроновая кислота в этой зоне, обычно ее сюда колят, она утяжеляет нам лицо, она утяжеляет вес, который должна держать наша кожа. Ну а ботокс, он ведет к тому, что то, что должно работать, оно, в общем-то, атрофируется. И потом, атрофировавшись, оно не держится и сползает вот сюда вниз. По поводу пластики сказала свое отношение. Ничего в этом плохого не вижу, но сама просто, в общем-то, настолько сильно себя люблю, что не хочу причинять себе никакой боли. Видео, на самом деле, скорее всего, получилось про меня саму. Очень часто, нет, не очень часто, но бывает, меня обвиняют в том, что я много я, но я считаю, что это нормально. Я не могу рассказывать в своих видео про своих соседей-минималистов, либо про своих соседей-мамочек, которые, в общем-то, таким образом либо иным общаются со своими детьми, таким либо иным образом убираются в своих квартирах. Но сказав и, скажем так, сделав вывод про итальянских женщин, могу сказать, что они достаточно редко прибегают к пластике, совершенно точно. Они достаточно редко, и опять же, вот среди своих знакомых в саду, среди своих знакомых здесь на море, я могу совершенно точно сказать, что ни у кого нет ботокса и ни у кого нет гиалуроновой кислоты из тех, кого я, в общем-то, знаю, с кем я общаюсь близко. А общаюсь я близко со всеми, потому что мы встречаемся на каких-то встречах кондоминиальных, мы встречаемся у бассейна, мы обсуждаем наших детей, в общем-то, дети наши все дружат, поэтому, в общем-то,
наш большой кондоминиум совершенно точно является, на мой взгляд, таким интересным срезом, где женщины могут себе позволить, но по определенным причинам этого не делают. Я же это с вами прощаюсь, это была Яна Скворцова, желаю всем оставаться красивыми. Поверьте мне, я не одна, кто думает, что это возможно сделать, применяя просто определенные техники, инвестируя прежде всего свое время, свое желание выглядеть хорошо, и, в общем-то, не затратив ни копейки денег. Это была Яна Скворцова, всем пока-пока!